Почему ты называешь славян языковой группой, а, к примеру, кельтов этносом? В чем разница? К славянам несколько этносов относятся, объясни, умоляю. И то языковая группа. И славяне, и кельты – это языковая группа. Просто мы можем взять и заявить просто, что народы, говорящие на этой языковой группе, они как бы, ну, либо один этнос, либо, что более вероятно, совокупность этносов. Вот, ну или, например, народ, говоривший на праязыке этой группы, был, соответственно, тоже, ну, этносом отдельно. Мы можем так заявить, потому что этнос — это не обязательно биологически определяемая популяция, да, то есть это может быть просто рандомный набор людей, которые, так получилось, говорят на одном языке. Это тоже этнос.